Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Сергея Матвеева. Я нахожусь в Сириусе сейчас. Смотрите, я между чистыми прудами нахожусь. Вот это Sigma Sirius, это отель Сочи Парк. И я сейчас двигаюсь к морю. Вот это Gamma Sirius. Справа еще один чистый пруд. И я собираюсь дойти сегодня через Сириус. До нового века мне нужно в почту забрать там киви-карту пластиковую. И приглашаю вас пройти со мной. У нас прекрасная погода, плюс 17 градусов. У меня есть в планах искупаться, возможно, потренироваться. Поэтому я желаю всем прекрасного настроения, приятного просмотра. Посмотрите, какие тут прекрасные виды на горы открываются. Есть легкий ветерочек сегодня, который будет дуть нам в спину. Сейчас вы видите отель «Богатырь», Сочи Парк, и двигаемся дальше. Сейчас будем через самый, можно сказать, центр Сириуса выходить на Олимпийскую набережную. Поэтому усаживайтесь поудобнее, берите вкусняшки, зовите друзей, отправьте это видео тем, кто любит Сочи, поставьте мне лайк. Мы начинаем. У нас весна, тут уже дней 5, как плюс 20. Запахло весной. И вот снова я иду на набережную показывать, какая тут прекрасная атмосфера, купаться. Выйду к почте, потом пойду на серф-дом. Возможно, прокачусь на сабсерфе. В общем, посмотрим по ходу дела. Будем импровизировать, так сказать. А вы напишите, как у вас дела, как погода, как настроение, откуда меня смотрите, когда приедете и знакомы ли вам эти места. Может, были тут когда-то. А мне будет интересно почитать, как вам мои ролики, напишите, нравятся или нет. Так, веду вас тут по тайному маршруту. Тут, если пойдете, тут можете купить там какой-нибудь сыр абхазский или там что-то с Абхазии. Ну, летом здесь прячутся, здесь продают. А мы сейчас будем идти проходить улицы, где выдавали жилье тех, кого расселяли тут в Меретинской низменности. И нам тут остается буквально 200 метров до моря. Вот тут что-то продается. Чурчхела, какое-то варенье. Чурчхела 3 штуки, 100 рублей. В общем, недорого тут можно что-нибудь прикупить вкусного. В этой тропинке, на этой тропинке. Так, проходим улицу Общинную, где было расселение. Вот такие домики они себе построили. Тут сейчас дома по 50 миллионов стоят. Если кто из них не продал, дождался, сейчас, я думаю, они тут как короли живут. Представьте, тут участки, какие цены. Это, ну, одни из самых ценных мест в Сочи. Частный сектор. Нельзя строить здание выше 3 этажей. В частном порядке здесь. Отели-то можно, вот мы видим, что отели строят. Вот у нас отель Редисон слева. Так, и сейчас мы сразу выходим тут на площадь. Тут на набережной, где мы постоянно проводили стримы летом, и здесь постоянно выступали разные исполнители, такие как Два Брата. Вот сейчас мы идем по новой пешеходной тропе. Вот тут она, вот это было, где мы сейчас идем, а вот следующий участок, его только в прошлом году построили. А раньше, представьте, здесь просто была грунтовка, газон. Ну, я говорил, что тут много
где сейчас так улучшают детали, так сказать. Ну, как куртка прикольная, M&M's. И вот здесь построили такую пешеходную дорожку и поставили торговый ряд. И вот теперь вот такой тротуар здесь, по-моему, очень даже симпатичный. А раньше просто был газон. Вот первый год, как сделали в том году. Так, мы выходим к пляжу Сириус, друзья, к морю. Сейчас, я думаю, пройтись вдоль моря по берегу. И еще надо мне найти себе место и искупаться. Я думаю, сейчас волн больших нету. Всегда делаю здесь фотографии на отель Radisson и горы, посмотрите, какая красота, вот Олимпийский парк в миниатюре, а вот этих-то уже нет, смотрите, тут трасса вот эта, а трассы уже нет давно, ну вот эту трассу ее же разобрали и убрали, вот она идет, вот эта трасса, представьте, нашла. И вот, то есть вот этого моста уже нет через трассу. Все мосты убрали. И теперь стало намного удобнее. Так, в ту сторону Абхазия. А мы спускаемся на пляж Сириус. Так, я делаю кадры, друзья, для своего телеграм-канала. У меня там информация в режиме реального времени. Поэтому подписывайтесь обязательно. Так, в принципе, можно занырнуть сейчас прям тут. Но думаю, еще подразогреться. Сейчас мы идем в сторону Адлера, и я буду показывать все самое интересное. Посмотрим, что с пляжем Radisson, как идет подсыпка пляжа Богатырь, что с набережной, которую поломала во время шторма века. Поэтому будет интересно. Так, ну все, по бережку прошли, хватит, выходим на набережную. Очень тепло на самом деле. Так, вот новая вилла, бар, отель Well Done. И тут и караоке будет, и что тут только не будет. Только вот они все его никак не могут открыть уже пару лет. Думаю, к этому сезону откроют. Так, море сегодня хорошее, спокойное, чистое, поэтому будем купаться точно. Пойдемте посмотрим. А закончим ролик в центре Адлера, у Владимира Ильича, у почты. Так, двигаемся навстречу счастью, очень
жарко. Сириус готовится к международному фестивалю молодежи. Вот, шлифуют забор, будут красить. Ну, тут сейчас весь Сириус красят не только к фестивалю молодежи, но и к сезону уже пора начинать готовиться. У нас уже плюс 20 тут. Рыбаки, смотрю, вышли. Очень как-то светло, знаете, вот я щурюсь не могу. Как не щуриться, друзья, и очки не носить? Потому что у меня уже на лбу от того, что я щурюсь, уже след, представляете? Так, кормят чаек. Можно тоже, кстати, купить хлебушка, покормить чаек. У меня с собой есть корм, китикет. И сухой, так что сегодня, если кого-то поймаем, накормим, но я вам говорю, когда вот так много людей, то тут все сытые, потому что все люди хотят покормить кого-то. Тут такой ритм, представьте, люди на отдыхе, в таком состоянии добром, расслабленном, и, соответственно, у них есть желание сделать что-то хорошее. Вот они кормят птичек. Так, мы подошли тем временем к пляжу Сочи парк. Сегодня, я думаю, мы еще на самокате будем двигаться также. Развлекательный формат работает. Делают им на память видео с Сочи. Вот смотрите, какие собачки тут милые. Я сфотографировал этот момент красивый и скину их в свой телеграм сейчас, когда пойду купаться, вместе с тем, как я искупаюсь. У меня в телеграме рубрика «Купание каждый день». Милые песики. Вот
пляж Сочи парк, поставили бы спуск в воду. Раздевалки. Было бы классно. Так, там, по-моему, какой-то водолаз плавает. Вот этот флажочек. У него там воздух, как я понимаю, поступает. И он ныряет, ловит раков. Да и шучу, крабов. Может, просто смотрит. Выборг, Тамбов, Ракета, СПб, Челябинск, Норильск, все здесь, Дюша. Так, у нас скоро праздники, 23 февраля, 8 марта, 20 февраля откроют тут набережную, сейчас мы... Точнее, набережную, новую аллею. Сейчас я вам ее покажу. Если еще не открыли. Фестиваль молодежи, представьте, с 1 по 7 марта. То есть тут сейчас одни праздники. 23, потом фестиваль, потом 8 марта, потом 1 апреля и потом уже майские праздники. Подходим к пляжу Богатырь, и мне надо решить, где мне купаться, где мне окунуться. Ну, в принципе, волна небольшая, можно вообще у порта, где раньше было мое место силы, но после последнего шторма века оно исчезло, мое место силы, там раскидало каменную накидку, за которой можно было уединиться. И теперь там все видно. Так, вижу, что идет подвоз ПГС на пляже Богатырь. Так, вот тут справа аллеечка. Так, сделал фото, скину в Телеграм. Так, вот тут работают трактора. Вообще, я думаю, здесь будут делать крутой пляж в перспективе для Монтеры. Вот справа же строится Монтера. Вот так идет насыпка и разравнивание пляжей, ну и звуки. К летнему сезону, но если будет шторм, он все смоет. Мы уже видели, как это происходит. Есть, так сказать, наглядные примеры с пляжем Редисон. Они насыпали тут 2 недели, и все смыло.
Вот смотрите, как насыпали уже тут. 4 метра в длину, 3 в ширину. Идет насыпочка, потому что здесь одни из основных центральных мест, то есть это Богатырь, Роза Хутор, Рэдисон. Прямо они располагаются под стадионом Фишт. Я думаю, что я искупаюсь, как обычно, здесь сейчас под мостом. Или нет, пойду дальше. Надо разнообразить. Будет красиво, если я искупаюсь у порта. Так что я у порта искупаюсь. Сегодня я пешочком, потому что мне кажется, это не, ну, нельзя долго ездить, как я езжу. Представьте, как я езжу. У меня в одной руке стабилизатор, а левая просто рулит. И весь вес уходит в промежность. Я извиняюсь за такие подробности. Представьте, весь вес вот на этой маленькой точке концентрируется. И мне кажется, это, ну, не очень полезно. Надо делать перерывы. Одно дело кататься с двумя руками, когда у тебя есть опора. А другое дело кататься, когда ты просто без опоры едешь. Поэтому я сегодня пешочком. Так, у нас тут легкий ветерочек. Мы, в принципе, можем двигаться дальше. Сейчас самое интересное у нас начинается. Сейчас посмотрим, что с набережной. Сейчас у нас впереди будет Сириус Парк. Можно, в принципе, зайти в Сириус Парк. Сейчас мне тренироваться, сделать 5 подходов, потом пойти дальше, искупаться и на почту. Это гениальный план. Тут все закрыто, это идиотизм. Смотрите, охранник стоит, закрыл вот эту дырочку, и все перелазят вот там справа. И я там лично вчера велосипед перекидывал. А вот это охранник стоит. Вот вы вдумайтесь, какой идиотизм. Все люди лезут туда. Надо, чтобы он к своему старшему обратился и сказал, ну, как бы женщина, смотрите, светло. Женщины пожилые. В смысле? Ну, вы видите, там люди ходят. Вот люди ходят, вот. Ну какая разница, я там пройду или тут? А если туда спрыгну налево? В общем, у вас тут именно нельзя, да? Именно тут нельзя проходить. Но все равно, смотрите, все ходят. Да, да. Может, лучше открыть? Что-то, по-моему, всем пофигу, да? Я потом отвечаю. Вчера вот один посадил сюда ребенка, подышку. Сам там ходить. Она взяла шапку, так спустила. Да. Представляешь, вот я ее... Короче, тут вообще хаос у вас. Это вот на 3-4 дня только походим. Ага. Сейчас ближе к фестивалю. До 18 часа закончится. Ага. Ну все, я пошел. Так. Терпеть можно. Так, ну все, вот. То есть полная жесть. Он не пускает именно через эту дырочку. Вы вдумайтесь. А здесь можно, там можно пройти. В общем,
Интересно очень. Я вчера как раз был недоволен по этому поводу, что все равно ж люди идут. Несмотря на то, что здесь забор, то есть трафик идет. Ну вот, ему дали приказ, и он стоит, охраняет именно эту дырочку. Это, конечно, мне кажется, это вообще для психики опасно, ну, таким заниматься, в плане осознавать, что ты делаешь. Ну вот, надо же осознавать, что ты что-то хорошее, полезное делаешь. Проходим тем временем пляж Роза Хутор. У нас тут небольшой ветерочек. Вот я думаю, может, микрофоны пора подключать. Вот такой вид открывается. И двигаемся дальше. Вот так они думали, что такой забор поставят, и люди не пойдут тут. Просто вы поймите, что это самые лучшие места. Они перекрыли самые лучшие места. А люди-то не знают, они все сюда идут. Так, я думаю, что пришло время одеть микрофон. Я подключил микрофон, друзья, и теперь нам не страшен этот ветер, я надеюсь. У меня микрофон с мехом. Двигаемся дальше. Смотрю, что они приостановили подсыпку в эту сторону, это очень интересно. Тут же шла активная подсыпка, и после шторма все смыло. Вот, смотрите, как готовят газоны. Здорово. Ты сегодня на скейте? Да, сегодня, да. Что-то ты против ветра, надо по ветру. Так, это парень-фотограф, он тут... Он молодец, я рассказывал уже. Он тут сам на себя, можно сказать, работает. Так, мне бы не мешало брусья поделать бы, 5 подходов, 5 по 20 сделать. Смотрите, ветер прям усилился на глазах, задул. Так, тут идет работа, сейчас посмотрим. Друзья, сейчас будет просто наложение голоса, потому что у меня почему-то перестал работать микрофон тут на минут 10-12. И вот сейчас я подхожу к набережной, где идет ремонт. Там 5 экскаваторов, по-моему, было. Вот идет набережную, идет ремонт набережной. Надо к 1 марта все восстановить. И сейчас я посмотрю здесь немного, потом пойду в спортивный Сириус Парк и там буду тренироваться, буду отжиматься на брусьях. Вот я показываю, как идет ремонт набережной. Очень интересно, вот они делают подсыпочку, чтобы не подмывало. Другие там утрамбовывают, сверху подсыпают. Так, и двигаемся в Сириус Парк. Прекрасные виды. Интересно так смотреть, когда ты не в моменте, а отдельно.
Так, ну вот это все будет прекрасно выглядеть к 1 марта, как я понимаю. Все тут восстановят. Вот этот туалет слева выровняют. Так, вот смотрите, лезут в щелочку вот в эту люди. Это странно, что не сделают проход, а вот именно вот такую щелочку оставляют. И женщины уже в возрасте с коляской пробираются через эту дырочку. Так, идем. Как красиво. Стадион Фишт перед нами. И будем заходить сейчас. Так, может быть, какую-нибудь музычку мне включить? Я тут вообще лежу дома. Сейчас утро, я уже потренировался. Принял холодный душик и сейчас вот собираюсь завтракать. Решил вот наложить голос. Так, двигаемся дальше. К парку. Так, чтобы включить какую-нибудь музычку. Любая такая песня древняя. Ветер называется. Так, зашли в спортивный Сириус Парк. Тут все занимаются спортом. Я даже не знаю, вот эту песню совсем недавно нашел, и она мне так понравилась, она такая. Я подбирал тут музыку для стримов, думал провести музыкальный стрим, и что-то искал Любе, коня, и нашел вот такую музыку. Так, я сейчас буду отжиматься на брусьях. Я хочу сделать 5 подходов по 20 раз, то есть 100 раз я отожмусь. Ветер, ветер, собутыльник, ответь, за что мне дали подзатыльник. Так, делаю растяжечку. Всегда очень приятно это делать. Я даю комментарии по этому поводу, но этого не слышно, потому что отключился микрофон. В общем, прекрасное место для занятий спортом. Вот этот Сириус Парк. На любой возраст. Всей семьей приходите и все тренируйтесь в этот парк. Так, второй подход. В этом ролике мы дойдем до пляжа Сочи-Форния. А там работают бассейны. Также тут я буду купаться у порта в этом ролике.
Так, чтобы еще включить. Давайте, может, Земфиру. Так, иду на смотровую сейчас. Классная музыка, когда давно не слушал, включаешь, так приятно послушать. Тут идет тренировка. Обычно меня тут гоняют йоги, ну в плане прихожу, тут человек 15 йогой занимаются. Мне такие говорят, не снимай нас. Я им говорю, так а что вы тогда залезли на самое видное место? Так, перед вами порт. Вид со смотровой. Прекрасный вид на горы. Там идет тренировка йоги. За камышами я там тоже тренировался. Тут все это общего пользования. Это такое же ваше, как и мое, и других людей. Этот, ну, парк. То есть вы можете чувствовать себя здесь как дома. Так, иду третий подход делать. Так, делаю третий подход, 60 повторений уже сделал. Буррито послушаем еще. Вот слева играют в теннис, видите, как вы думаете, чьи-то ракетки. Это они взяли, это бесплатные ракетки, так же, как и все другое оборудование. Так, вот тут идет напряженная борьба в баскетбол. И сейчас мы чуть-чуть посмотрим баскетбол, и я пойду делать четвертый подход. Так, что-то там у них случилось у ребят. Кто-то фалит. Итак, Майкл Джордан. Устал, он присел. Отдыхает. Так, вот сюда кидай, давай. Сейчас, ты зафалил. Это я вам примерно рассказываю, о чем они говорят. Такой, ну ладно, давай. Поехали. Оп, давай, трехочковый. Пошел, красиво.
мимо. Надо вывести за линию. Вот он вывел, и теперь можно забрасывать. Я помню даже правило, когда на одно кольцо играете. Вот надо вывести, все, теперь можно кидать. Мимо. Надо этот прицел настроить. Так, иду дальше. Делать четвертый подход. Жуков включаю. У ночного огня под огромной луной. Так, и сейчас у нас уже появится звук, и я смонтирую этот ролик и доделаю его, свяжу и выложу на YouTube. А сам я сейчас буду завтракать и поеду потом, думаю, купаться на границу. Так, уже тяжко идет. У меня четвертый подход 80 раз сделал. Так, все, сейчас у нас на футбольном поле появится звук. Какая красота, да? Песни птиц до утра. Ты смотрела в глаза мои, шептала слова. Ты не верила мне, но любила меня. Ты оставил с тобой. Итак, тут идет напряженная борьба. Роналдо, Месси, Рональдиньо, Бекхэм. Вот они вчетвером. Решают, чей мяч. Так, все. Начинается напряженная игра. Итак, Месси с мячом. Будут сейчас разводить. Так, Роналдо нападает. Ага, Месси с Роналдо в одной команде. Так, пошло. Раз. Так, вроде подключили обратно микрофон. Так, смотрите, идет напряженная игра. Роналдо слева. На него нападает Месси. Месси, Роналдо. Упорная борьба. Месси идет по левому флангу. Давай. Роналдо пытается забрать. Оп, угловой. А, мы без ухода. Итак, Роналдо ведет. Ведет Роналдо. Это гол. Штанга. Так, двигаемся дальше. Теперь на сцену выходит, кто там у нас? Ронни Кольман. Так, последний подход, соточку. Ух, все, соточка зашла, как себе домой. Двигаемся дальше.
Так, двигаемся дальше. Сейчас в обход. Обходим тут зону, которую отцепили. И двигаемся дальше, навстречу приключениям. Солнышко вышло, припекает. Вообще, ну, можно тут и самокат взять. Так, идем купаться. Тут на самокате сейчас опасно ездить, очень много людей. А я с одной рукой. Поэтому пока пешочком идем. Тут уже нет ветра. Так, откуда-то оттуда люди идут, значит, там есть проход. Пойдемте тоже так. Идем вдоль Олимпийской набережной. Смотрите, там уже штеттер пригнали и заливают участок, где набережную поломало. Вон, видите, штеттер красный. Я двигаюсь туда, чтобы посмотреть этот момент. Так, идем тут мимо зоны с ресторанами, с кафе. Тут раньше была летняя зона эмеретинского отеля. Ее ликвидировали вместе с отелем. И сейчас, наверное, тут что-то будут строить от Сириуса. Так, ну вот тут люди, значит, отсюда с кафе выходят и... идут, а тут все перекрыто получается. Пойдемте посмотрим, вон они с штеттером там заливают. В общем, все равно нам тут придется обойти, выйти. Что-то тут случилось.
Так, так это приставы приехали тут. С московским регионом. Так, подходим, значит. Вот идет работа. Здесь они уже закатали, утрамбовали и сейчас заливают набережную. Сейчас мы туда поднимемся и все это дело посмотрим. Сейчас вот с этого отбойника. А потом пойдем туда купаться. Так. Ага, вот так они заливают. Пока никто не видит. Тут этот, пацаны с... Как эта страна называется, где? Туркменистана. Вот таким образом, друзья, восстанавливают набережную. Так, друзья, ну что? На это можно смотреть, если честно, долго. Нам надо двигаться дальше потихонечку. Сейчас нужно найти место удобное, где бы я мог искупаться. Так-то, в принципе, можно и в любом месте налево спуститься, да зайти. Но тут камни, там дальше будет более удобный спуск. Вот я туда и иду. Сейчас максимально ускоряюсь, чтобы максимально разогреться. Море немного разволновалось. Пешочком тоже хорошо. Пешочком менее опасно. То есть на велосипеде все равно... Представьте, скорость, и у тебя только одна рука включена. В общем, на велосипеде более стрессово снимать влоги, чем пешочком. Пешочком спокойненько, хорошо. Так, сейчас подходим к месту, где я буду купаться.
водичка чистая, зеленая, так и манит. Сережа, занырни, пожалуйста. Получи энергию природы. Тут тоже идет ремонт вовсю справа. Здесь волна заходила и поломала тут все. И надо все это восстановить к фестивалю молодежи, к международному. Так, я думаю, вот тут слева. Тут раньше было мое место силы. А теперь всю накидку каменную раскидала. И, видите, люди могут теперь сюда заглядывать спокойно. И это больше не место, где можно, например, уединиться, как это было раньше. Так, ну смотрите, вот тут можно комфортно, в принципе, спуститься, искупаться. Надо просто найти себе спуск какой-то. Вот я пытаюсь понять, где мне будет комфортно. Вот здесь неплохо. Можно вот тут спуститься, пройти. Видите, тут песочек. О, вот тут прям. Сейчас пойду, окунусь. Так, ролик о том, как я искупаюсь, я скину в свой телеграм-канал. У меня там рубрика «Купание каждый день». Поэтому я искупаюсь, и мы продолжим, друзья. Всем удачи! Дорогие друзья, ну что, я искупался. И мы двигаемся дальше. У меня что-то с микрофонами случилось, не могу их подключить. Поэтому дальше без микрофона. Там у меня вообще, оказывается, микрофон не работал. Мне придется отдельно записывать звук. Так, ну мы сейчас тут спрячемся за портом, поэтому нам не будет сильно задувать. Я искупался, водичка бомба. Поэтому берите билеты, купальники, плавки, удочки, лыжи и приезжайте. Или подписывайтесь на мой канал, будете в курсе всех нюансов. Так, вот я думаю, что пора взять самокат, да доехать до пляжа Сучефорния. Чё тянуть? Или после порта взять. Доехать до Сучефорнии, посмотреть, как там обстановка, и на почту. Смотрите, что он делает. Наверное, заселяет малька. Есть у нас эксперты по этой области. А я только что искупался, скинул пост в свой телеграм-канал, как я купался, какие фотографии я наделал крутые в Сириусе. И опубликовал ролик, там на
целый час про курорт Красная Поляна, про торгово-развлекательный центр Горки Молл, про курорт Газпром, торгово-развлекательный центр Галактика. Посмотрите, если вам интересно. Проходим Рэдисон, тут уже полные бассейны с водой. Так, ну я думаю, самокат взять, надо его брать, где меньше поворотов, потому что если я тут его возьму, то мне придется много поворачивать. Сейчас к Камеретинскому подойдем. Идем мимо порта, тут довольно сильный ветерочек, надеюсь, вам не задувает. У нас и завтра тепло еще, и потом похолодания начинаются. Обычно мы идем через порт, через вот этот корабль, там сидят рыбаки. А сегодня пойдем вот так, через конгресс-центр. Тут делают тротуар. Тут также сдают авто в аренду. Вот мы подходим к бывшему Эмеретинскому отелю. Сейчас Сириус Альфа, по-моему, он будет называться. Еще не сняли название Эмеретинский отель почему-то. Хотя тут уже скинули, тут был такой высокий столб, а на нем буква И. Вот такая, и его демонтировали. Тут можно взять авто в аренду. Мы брали Мустанг. Какой? Вот такой. Или какой сейчас? Вот такой Мустанг мы брали. Желтый, за 13 тысяч. Сутки нам вышло. Так, вот тут я могу сейчас самокат взять и по прямой доехать до Сачифорни. Так, а тогда я, наверное, дойдем до Сачифорни, поснимаю Сачифорню и закончу ролик, и потом пойду до Нового века, до почты, потом от почты по городу до пляжа Огонек. В общем, не знаю, у меня разные маршруты в голове простраиваются. Давайте возьмем самокатик и сейчас по прямой доедем, по-быстрому, а то пешком не ближний свет. Так. Без страховки. Так, спустимся сюда сейчас. И тут аккуратненько поедем. Собака красивая. Я какой-то самокат с шишкой на колесе взял. И она так. Итак, следующая остановка — пляж Сачифорни, друзья.
Так, сейчас вот тут единственное неудобно с одной рукой вот этот пешеходный переход переезжать. Хорошо, мы проехали аккуратненько, смотрите. То есть, если вы устали, берите самокат и добрый путь, только аккуратно. Самокаты это, мне кажется, не самое безопасное средство передвижения. Дорожка слишком узкая, чтобы по ней с одной рукой ездить. Мне нужно пошире. Вот мы едем по этой широкой аллее новой. Я не понимаю, вы... Так, все, сейчас тут оставляем самокат и пойдем на пляж Сучуфорни. Прогуляемся. Так, надо только не забыть, а то я иногда просто оставляю самокат и забываю. Так, на 30 рублей прокатились. Так, все супер. Так, заходим на пляж Сучуфорни. Посмотрим сейчас, что тут есть интересного. Смотрите, какая машиночка маленькая для японцев. Японцы, они ж маленькие. Японцы, китайцы, балийцы. Я когда на Бали прилетел, мы полетели на остров Гилеэйр. Там балийцы, и вот они маленькие. Мне казалось, что мы какие-то боги, а они наши рабы. Ну, это, я не знаю, вот так мне казалось. Потому что мы там платили, они нас обслуживали. Я такой думаю, мы там еще выпили по коктейлю грибному. Я такой на них смотрю, и мне кажется, что они созданы нам служить. Ну, я не знаю, как там в моменте. Я такой, как интересно, типа. А мы еще с другом были, мы такие белые, крупные. А они такие маленькие. Так, смотрите, вот бассейны, тут 1000 вход. Бассейны, баня работает. Здесь костер, смотрите, горит. Вот. Мне кажется, тут еще со вчерашнего вечера горит. Так. Значит, что тут еще показать вам интересного? Вот ребята взяли пивка и отдыхают, парятся, окунаются. Мне кажется, за 1000 это недорого. Так, пойдемте покажу вам еще последнюю локацию тут на Сучуфорни. И я уже начну новый ролик и поеду до почты. Да. До почты, да, до пляжа Огонек. Через город. Не знаю вам.
сильно задувает или нет. Сейчас вот зайдем под порт. Смотрите, как тут много мусора после шторма. Надо все это убирать, ну, сожгут в костре. Вот она, собачка. В туалет. Иди, иди, я тебя покормлю. Да, действительно, тебе повезло. Это не шутка, да. Иди, иди. Что-то она это жала почему-то. В общем, тут собаки сыты, я вам говорю. Тут костями кормят. Смотрите, нарисовали МВФ. Россия – это сила. Это я согласен, что это очень сильная сила. Просто мощь. Так, ну собачка убежала, я даже не знаю. Хотел ее порадовать. Так, здесь вот такая локация под мостом. Здесь очень красиво во время шторма. И здесь снимают клипы, приезжают свадебные пары. Так, я, друзья, буду прощаться с вами. Буду благодарен за вашу поддержку. Поставьте лайк, напишите комментарий. Как у вас дела, как настроение, откуда меня смотрите? Можете поддержать меня донатом. И я сейчас пойду на почту и до пляжа Огонек. И на этом прощаюсь. Желаю всем удачи, успехов, всего самого наилучшего. Подписывайтесь на все мои ресурсы, дальше будет интересно. Всем спасибо за просмотр и счастливо, друзья!